Маленький Джеймс при рождении получил травму мозга, что сказалось на его поведении. Прочие коровы шотландской породы Хайланд в буквальном смысле изгоняли кроху из стада. Фермеры Адам и Эмили Хобсон решили попробовать выходить малыша, для чего забрали его в дом и поили из рук. Так как возвращение в стадо стало невозможно, теленка оставили на приусадебном участке, где он и подружился с собаками. Да что там, сам стал большим мохнатым щенком. Повреждения мозга, которые получил теленок, привели к тому, что он утратил часть рефлексов. Например, так и не смог понять, как сосать материнское вымя. Фактически, его пришлось заново научить всему подряд, и так как этим невольно занимались собаки, то Джеймс отлично умеет вилять хвостиком, пробовать на зуб все подряд, лизать хозяйское лицо или весело прыгать вокруг, приглашая поиграть. Одна беда, он все же бычок, да еще и не самой мелкой породы, поэтому уже через несколько месяцев жизни стал слишком большим для своих друзей собак. Но и вернуть его в стадо было нереально. Дурацкое, с коровьей точки зрения, поведение теленка превратило его в изгоя. У Хобсонов был выбор – оставить теленка на заднем дворе, где ласковый, но крупный зверь неизменно начал бы всем мешать, сдать на скотобойню или придумать что-то еще. И они приобрели двух телят-сирот, примерно его возраста. Идеальная компания. Три изгоя, которые так толком и не научились жить в стаде, быстро подружились и стали держаться вместе. Их отправили на пастбище, где троица продолжала держаться особняком, но зато ими заинтересовались другие телята. Параллельно хозяева завели несколько аккаунтов в соцсетях от имени Джеймса, которые быстро обросли подписчиками. Милаха теленок нравится всем.